И вот таким вот образом вы делаете ряды столько, сколько хотите. К примеру, вот вы видите маленькие листики, тут у них идут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. И большой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. В большом 16 рядов. Вот это самое большое. Конечно, чем у вас прочнее проволоки вот эти, основа, тем большее количество бисера они могут выдержать. После того, как вы решили, что все, вот такой вот листик будет более чем достаточно, мне такого хватит, вы прекращаете работу. Но смотрите, что вы делаете. Вы должны отрезать кусок проволоки для вот этих вот округлостей. Как вы видите, тут вот все листики, у них такие вот круглые края. Проволоку вы отрезаете такой длиной, вы прикладываете ее один раз вот так вот по кругу, приложили там с запасом, не бойтесь отрезать немного больше, чем надо, лучше больше, чем меньше. Вот, сравнили, сколько у вас тут, замерили один кусочек, да, один раз. И еще рядышком вот раз, два, у вас всего должно быть около трех вот таких вот кругов, так, чтобы вам, грубо говоря, хватило еще на три круга. Дальше делаем вот такое дело. Прежде чем вы начнете работу, вот эти вот все проволоки, они будут вам ужасно колоть руки. Для этого вот эти два, к примеру, можно сразу срезать. Я сначала их отгибаю назад, наизнанку, а затем срезаю. Теперь я отступаю ровно 3 бисеринки и завожу проволоку снизу вверх. Тут может быть такой вариант, что я несколько раз обкручиваю, либо, вот смотрите, у меня тут образовалась такая петелька, потому что я проволоку не выровняла до конца, не прижала, и в эту петельку я снова просовываю проволоку. Тут придется немножко поиграться для того, чтобы был красивый результат. И затягиваю. Так, затянула. Все вот эти вот проволочки, они проходят по изнанке, заметно их не будет, тем более она зеленая, ничего в этом нету страшного. Дальше я набираю бисер и набираю его, сейчас покажу сколько. Его должно хватить на расстояние до 3 крайних бисерин. Вот у вас проволока, вот вы отчитываете 1, 2, 3, так, значит, до сих пор должно хватить, можете даже чуть-чуть на одну больше снять, потому что сейчас нам снова придется обхватывать проволокой вот эту вот нижний ряд. Я снова провожу проволоку снизу вверх, так у вас ряды просто будут красивее, когда вы постоянно снизу вверх проводите. И веду эту проволоку между бисеринами. Вот. Тут не надо дважды проводить, тут она никуда не денется. И снова набираю бисер. На этот раз его должно хватить так, чтобы он огибал первый ряд, который мы сделали, и доходил за... То есть до 2 бисеринки с края. Вот смотрите, 1, 2. После 3 мы сделали вот эту петельку, загнули проволоку. Значит, теперь на одну дальше, то есть 2 с края. То же самое. Проводим проволоку снизу вверх. И снова между бисеринами. Тут проволока держится достаточно хорошо, как бы... Не надо для надежности дважды проводить или делать петельку, вот как в первый раз. Вот только когда вы делаете первый вот этот коротенький рядок, там надо сделать, закрепить, а все остальное будет держаться хорошо само по себе. И теперь тут, естественно, то же самое. Значит так, смотрите, вот от проволоки 1, 2, 3, за 3 вы уже цеплялись, значит теперь просто на одну ближе, это 2. То же самое. Тут уже проводим проволоку, когда последний раз, с лица наизнанку. И по изнанке проводим эту проволоку в следующий ряд. Смотрите, зацепились.
проводим ее сюда. Вот у нас один ряд закончился, начинается второй. Снова отсчитываем. Раз, два, три. Тут должна быть проволока. Ведем ее с изнанки на лицо. Ведем ее с изнанки на лицо. Снова делаем петельку маленькую. Закрепляем для надежности. Теперь сразу убираем вот этот ненужный нам кусок, откибаем, срезаем и снова загибаем еще ближе, чтобы он потом не цеплялся, не царапался, вот так. И теперь тут снова то же самое. Один ряд, второй ряд, третий ряд. Не забывайте, что с краю вы отступаете 3 штучки и потом просто... делайте дальше. Когда я в конце закрепляю проволоку, я провожу ее просто вокруг одной и той же бисеринки несколько раз. Вот это будет 2, и вот это будет 3 раз. Просто вокруг нее. И отрезаю на изнанке. Вот смотрите, у меня остался такой кусочек проволочки. Это я щедро отмерила себе 3 круга туда-сюда. Поэтому сначала покажется, ого, такой огроменный кусок, наверняка такой кусок не потребуется, потребуется. Поэтому отрезайте, не жалейте, иначе потом придется добавлять. Получился у нас вот такой лист, и теперь ему просто придаем форму. Выгибаем одну часть вперед, другую часть назад. Делаем вот такие вот волны, вот так. В общем, как захотите, такие волны и сделайте. Получается вот такой вот листик. Я выбираю сначала крупные соцветия и соединяю их с листиками. Делаю это вот так примерно, на такой высоте. Тут можно будет начать обматывать флор лентой до конца и так дальше. В общем, соединяю, что с чем можно соединить. Оставляю пару листиков, которые я просто посажу в гипс. И вот так вот оно будет в конце выглядеть.